Участок дороги, железнодорожный переезд на очистные сооружения водители преодолевают с особой осторожностью. И на обгон не идут и снижают скорость до 10 км в час. Правила дорожного движения здесь нарушают редко. Поэтому пристальное внимание со стороны сотрудников ГИБДД водителей по меньшей мере удивило. Как удивила и причина остановки. Инспекторов интересовало, как водители оценивают состояние этого участка дороги. Хотя и без вопросов ответ был очевиден. Оно ужасное. На протяжении 7 километров дорожное покрытие в ямах и выбоинах. Очень плохо. Плохо, да? Да. Ваше мнение, что обязательно требуется ремонт, да? Вообще уже тут не понадобится. Не должны разрешать ездить, дорогу закрыть уже пора в этом участке. Она убитая. Приходится ездить зигзагами, кто еще, эти ямы, ухабы эти все объезжают. Очень плохой. Очень плохой. В чем выражается это? Все везде колдобины. Машину разбиваешь. Дорога узкая. Разметки нет. Заносит аж труба, короче. Вот на повороте обычно, когда гололед. Между собой этот поворот водители прозвали поворотом смерти. ДТП здесь происходит с регулярностью даже при нормальных погодных условиях. Так, в сентябре в кювет вылетела девятка. 39-летний водитель погиб на месте. Все, что сегодня мы выяснили и получили замечания со стороны водителей, это мы все проанализируем, то есть служба ГИБДД это все проанализирует. И в дальнейшем будет направлено с просьбой к руководству города для благоустройства данного участка дороги. К слову, с подобной просьбой отдел ГИБДД к властям города обращался не раз. Но опасную дорогу ремонтировать так и не начали. Возможно, на этот раз ответ будет положительный. Не зря же говорят, вода камень точит. Наталья Лушникова, Максим Липин, новости НТР.